Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы будем делать уже второй такой элемент украшения нашей фотостудии. Мы купили в Икее. Будем сюда вставлять сердечко. Это сердечко, прежде чем мы его сюда сделаем, мы его покрасим в красный цвет и его тоже разукрасим. Итак, мы покрасили сердце. Его не обязательно было уж так тщательно красить. Вот что у нас получилось. Значит, теперь мы сердце будем оформлять вот такими сердечками. Вот здесь у нас сердечки, которые мы вырезали из такого вот листа войлока. Такой хороший войлочный лист красный, которого, в принципе, можно этот лист купить и в специализированных магазинах, и даже в галантереях он порой бывает. Вот, и так мы вырезали, уже приготовили сердечки. Для, значит, работы нам нужен клеевый пистолет. Сейчас мы сердечки разложим, как они у нас должны быть, чтобы примерно хотя бы. Вот. Сейчас начнем клеить. Начнем, конечно, с большого сердца. В принципе, можно было бы положить его и на скотч, но дело в том, что это будет уже переделываться, не будет никогда, это останется. На следующий год его, чтобы он тоже вот его взяли, там где-то спрячут, и чтобы он вот не облетел, ничего с ним не случилось, мы все-таки вот сделаем его. И здесь сначала разложим. Вот. Вот у нас получилось вот такое вот сердечко. Сердечко, а на нем сердечки. Почему вы выбрали войлок, могу объяснить, потому что войлок, он, во-первых, он натуральный, он более теплый такой, поверхность такая бархатистая, приятная на глаз, и, в общем, она более такая вот, мне кажется, интереснее смотрится. Вот. Ну, естественно, эти, как мы говорили, сердечки будем клеить на картину. Вот мы подготовили картину. Я заранее здесь на эту картину уже наклеила несколько сердечек. Вот. И сейчас мы будем приклеивать наше вот это сердце. Вот, выберем его. И доклеим потом остальными сердечками. Ну вот, где-то у нас будет он такой. Вот здесь где-то, да? Сейчас мы посмотрим с другими сердечками. Сердечки. Я что хочу сказать, мы выбрали здесь картина с пластмассой, с пластиком, а не со стеклом, и на нее очень хорошо будет наклеиваться, в принципе, все лучше здесь вот провести. Ну вот теперь можно это сердечко наклеить, потому что мы, в принципе, знаем, где оно. Вот. Ну а для всех остальных сердечек, которые у нас здесь будут, в принципе, можно... То есть я вам хотела показать, что можно и так использовать. Скотч он крепкий, хорошо держит. Все, в принципе, это такой удобный материал. Так что вот эти даже сердечки у нас наклеены на скотч. Я вот заранее. Ну, сердце лучше бы, конечно, было вот. А в принципе, а вообще-то можно и так, и так.
Вот. Ну, эту картину я уже говорила, что мы будем использовать. Она будет у нас висеть на камине вместо новогодних рогов.